Если бы у вас была возможность поменять украинский паспорт на российский, вы бы это сделали? Конечно, конечно. Мне российский паспорт как бы ближе к сердцу и намного важнее. Это мое личное мнение. Я никому не хочу навязывать там как бы свои какие-то стереотипы жизненные. Вот. Но как бы все равно мы русские, мне это вообще как бы это цель, можно сказать, сейчас всей моей жизни. Поэтому я думаю, и всем нам было бы как бы намного легче и проще. Скажите, пожалуйста, если бы у вас была возможность поменять украинский паспорт на российский, сделали ли вы бы это? Ну, во-первых, у меня украинский давно недействителен, и у меня ДНРовский, поэтому я свой выбор уже сделала. Мне его, собственно говоря, не оставили, я бы сказала так, с Кавказа, и принимают ДНРовский паспорт намного приятней, и чем украинский. Пропускали везде. Если бы у вас была возможность поменять украинский паспорт на российский, сделали бы вы это? А два нельзя? Ну, из практических соображений, если бы только. А так, пока что нет. Да, поменяла бы. Почему? Ну, потому что... Потому что я часто езжу в Россию, и я считаю, что русский паспорт гораздо проще проехать границу и так далее и тому подобное. Если бы была возможность поменять украинский паспорт на российский, поступили бы так? Я, да, поступил бы. И если можно, почему? Ну, не знаю, как бы так сложились обстоятельства, что проще быть россиянином, чем в Украине. Да. Скажите, пожалуйста, если бы у вас была возможность поменять украинский паспорт на российский, сделали ли вы бы это? Сделала бы. Почему? Ну, потому что у меня скоро закончится срок действия украинского паспорта, а продлить его у меня нет возможности, как и у многих живущих здесь. Поэтому это было бы очень... То есть это не только ваша проблема, да? Ну, конечно же, многие люди живут такими проблемами, а вклеивать фотографии... Ну, в общем-то, не всегда говорят, что это действительно. То есть не хотелось бы каких-то проблем иметь. Скажи, пожалуйста, если бы у тебя была возможность поменять украинский паспорт на российский, ты бы это сделал? А почему? Спасибо. Мы тебя хотим спросить, какой у тебя паспорт и откуда? Ты из Донецка? Я из Донецка. А какой у тебя паспорт? Украинский. Вот. И скажи, пожалуйста, если бы у тебя была возможность поменять украинский паспорт на российский, ты бы это сделал? Сделал бы. Почему? Ну, это сложный вопрос, но постараюсь ответить. Это, скорее всего, скорее всего, потому что больше возможностей как бы открылось бы. Тем более я и мечу после учебы, чтобы поехать туда работать в Россию. А то есть в любом случае мне нужен российский паспорт. Конечно, сделали. Ну, как бы, наверное, мы к этой цели идем, чтобы поменять паспорта и быть уже в России наконец-то. Почему? Ну, потому что, наверное, мы русские. Я с Краснодарского края. Поэтому мне это ближе. И мы хотим получить российский паспорт. Все, спасибо.